На 2000 ярче на омских улицах устанавливают новые энергосберегающие светильники. Обновление линии освещения проводят к молодежному первенству мира по хоккею в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из областного бюджета предоставили 60 миллионов рублей. На эти средства закупили почти 2000 светодиодных светильников. Устройствами можно будет управлять дистанционно в режиме онлайн. Установкой занимается Омскэлектро. Да будет свет на 23 улицах города, 10 объектов в Кировском округе, 9 в центре и 4 в Советском. Сейчас установлено 310 энергосберегающих фонарей. Полностью завершить работу планируют до 25 декабря. Во-первых, это эстетично, это красиво. Во вторую очередь, это позволит сэкономить только на этих светильниках около 1 миллиона киловатт-часов в год. В-третьих, это позитивно влияет на дорожную ситуацию. Практика показала, что эти светильники снижают аварийность на данных участках. Ну и в конечном итоге сама система управления автоматизированная позволяет более качественно, более правильно, более экономно управлять освещением с единого диспетчерского пункта. Поэтому эта работа будет продолжена и в дальнейшем.